торговом центре на улице Кирова сработала пожарная сигнализация. Эвакуировали 400 человек, включая 50 детей. Прибывшие подразделения установили, что на четвертом этаже в зоне фудкорта произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, сообщили в МЧС России по Самарской области. По данным ведомства, никто не пострадал. С 20 апреля на участке Самара-Курумы-Жигулевское море-Отвага изменит график движения электричек. Так, по средам, пятницам, субботам, воскресеньям пройдут поезда 63-32-31, Самара отправление в 6:56, Курумыч прибытие в 8:22. Поезд 63-34-33, Курумыч отправление 12:23, Самара прибытие 13:49. По рабочим дням поезд 63-02-01, пятилетка отправление в 5:48, Жигулевское море прибытие в 7:45. Поезд 73-75, Жигулевское море отправление 15:48, Жигулевск прибытие в 16:04. И поезд 73-76, Жигулевск отправление в 17:04, Жигулевское море прибытие в 17:18. Губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина поздравили работников и ветеранов авиакосмической отрасли с Днем космонавтики. Самарская область традиционно считается крупнейшим центром мирового ракетостроения, а Самара – космической столицей нашей Родины. В нашем городе были созданы первая и вторая ступени легендарной ракеты, которая вывела на орбиту корабль с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. И сегодня наши отраслевые предприятия АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «ОДК «Кузнецов», АО «Тяжмаш», АО «Авиакор», авиационные заводы – другие идут в авангарде отечественной авиакосмической отрасли, обеспечивая страну качественной и надежной техникой. Пассажиров, которые приняли большую дозу алкоголя перед посадкой в самолет, предлагают выявлять с помощью алкотестеров. С таким предложением к министру транспорта России Виталию Савельеву обратился глава Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко. Основная причина инициативы – участившиеся инциденты в полетах с гражданами в состоянии сильного опьянения. Как считают авторы идеи, введение нового правила разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков. Женщины почти на 60% чаще страдают бессонницей по сравнению с мужчинами. К такому выводу пришли зарубежные ученые по итогам исследований. В период исследования многие участницы сообщали о том, что качество их ночного сна снижено. Среди мужчин такие заявления встречались реже. В итоге оказалось, что разница в качестве сна обусловлена не одинаковым ходом естественных циркадных ритмов у мужчин и женщин. Циркадные ритмы – это циклические колебания интенсивности различных биологических процессов. Разница между циклами сна и бодрствования у женщин примерно в 5 раз больше, чем у мужчин. Это значит, что у представительницы женского пола биологические часы могут идти на 6 минут быстрее или медленнее, из-за чего трудно засыпать и вставать по графику.